Ульяновцев протестировали на ВИЧ. Пройти бесплатное анонимное моментальное тестирование можно было в рамках казанского проекта «Тест для победы. Помощь рядом» совместно с Ульяновским центром СПИДа. Тест-мобиль работал на проспекте Ульяновском, улицах Промышленной и Хрустальной. Проект в этом году предусматривает охват 6 регионов Российской Федерации. Это Ульяновская область, мы сегодня здесь находимся, Самарская, Оренбургская, Республика Башкортостан и Удмуртия. В настоящее время ВИЧ-инфекция распространяется в основном в социально благополучных слоях населения. И важным приоритетным направлением является как раз работа среди этого населения. В течение 3 дней любой желающий мог пройти тест на ВИЧ, ответить на вопросы в анкете, чтобы проверить уровень владения информацией об этом заболевании. После тестирования каждый участник акции получил консультацию специалистов по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и получил подарок. Областной центр СПИД работает таким образом на постоянной основе. У нас есть свой тест-мобиль, и мы регулярно, несколько раз в месяц, выезжаем в разных точках, тестируем. График можно посмотреть на нашем сайте. Ну, эти мероприятия крайне необходимы, потому что у нас высокопораженный регион, достаточное количество ВИЧ-инфицированных людей, и не все, к сожалению, до сих пор знают свою ВИЧ-статус, это необходимо знать каждому. Сделав один тест и получив отрицательный результат, нужно все равно регулярно проверять организм на наличие инфекции. А при наличии внешних факторов, способствующих заражению, проверяться нужно не реже, чем раз в 3 месяца. Я считаю, что ВИЧ – это очень серьезная болезнь, очень серьезная проблема для Ульяновской области, да и вообще для страны. Я считаю, что нужно проверяться на эту болезнь, так как человек может проходить всю жизнь, не зная об этой болезни. По любым вопросам, касающимся ВИЧ-инфекции, можно получить консультацию в областном центре СПИД с понедельника по пятницу с 8 до 15.00 по адресу проспект Нариманова, дом 11. Алина Тихонова, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ.